Проблема выявления наркомании и охраны общественного порядка были в центре внимания на заседании межведомственной комиссии. Совещание провели первый вице-губернатор Александр Бударин и заместитель председателя правительства Орловской области по безопасности Виталий Утешев. В частности, речь шла об основных аспектах реализации закона об участии граждан в охране общественного порядка. Сейчас сформированы более 20 народных дружин, в которых задействовано свыше 700 человек. Александр Бударин поручил проработать вопрос страхования народных дружинников, а также систему вовлечения казачьих обществ в деятельность по охране правопорядка. Я хотел бы, чтобы вы все ознакомились с проектом плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 2016 год. Хотелось, чтобы вы отнеслись к этому неформально, посмотрели, какие аспекты, вопросы, по вашему мнению, стоило бы расширить, актуализировать, добавить, от чего можно отказаться. Ну, то есть любые предложения принимаются –